Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1332. Тема «Деньги». Можно ли ездить без билета в городском транспорте, если нет денег даже на хлеб, а ехать необходимо, например, на работу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Какой ответ вы предполагаете от меня услышать, чтобы я дал вам разрешение превратиться в зайца, и когда вас поймают, вы сошлетесь на меня? Вам это поможет тогда? Городской транспорт или другой оплачивается кем-то. Сам транспорт, горючее, водитель, кондуктор, содержание путей и так далее. За счет чего это будет окупаться? Для тех, кто это содержит, это тот же самый хлеб. И если мы не отдаем заслуженное ими, то это означает, что мы воруем у них, посягая на их транспорт, то есть на чужое. 1 Петра 4.15. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. 1 Коринфянам 6.10. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Кавычки закрыты. У вас несколько вариантов. Найти работу возле дома, чтобы не ездить, выходить из дома пораньше и идти пешком. Это очень полезно. Устроиться в депо данного вида транспорта, там дают бесплатные билеты. Я работал на ВРЗ, а жил около Булыгина, и у меня всегда были деньги, так как я работал на двух-трех работах, будто имеющий 10 детей. Платить 3 копейки на трамвай я не хотел, но ставить вопрос так, как ставите вы, не имел даже в мыслях. Но выходил из дома на час раньше. Можете купить велосипед, а если ничто из этого вам не подходит, то можете лечь и умереть честным человеком, но не зайцем, не вором. Как заботы жалят и кромсают, как терзает душу суета, слезы человека не спасают, а спасает вера во Христа. Слезы – признак слабости душевной. Люди плачут Богу не спеша, в день суда Господь посмотрит гневно на всех тех, чья скомкана душа, скомкана, отравлена, убита, мелочностью, скупостью, враждой. Каждого влекло свое корыто, каждый занят был своей нуждой. К Богу прибегали очень редко, только в тяжкой скорби иногда. Дьявольская сладкая конфетка довела до страшного суда. И теперь они пойдут слезами не туда, где вечная весна, а туда, где хищными руками их обнимет крепко сатана. Слезы не спасают, мало толку, коль в душе Сын Божий не живет. Будь при жизни бескорыстной пчелкой, собирай для Бога сладкий мед. Р. Березов.